Алтайского края был родом, из могучей сибирской тайги. Он создал автомат для народа, для защиты любимой страны. Всем врагам был знаком на планете автомат, точно бьющий в мишень. Знают взрослые, знают все дети, легендарный АК-47. Он был обычный парень из народа, душой и сердцем сразу видно наш. Простой мужик, алтайский самородок, герой, создавший родине калаш. Пройдут года, но имя Михаила в душе звенит с нажатием курка. Пока в руках Калашникова сила, российский щит незыблем на века. Затвор, сырье, все просто и надежно, приклад, прицел, штык, нож и магазин. Его в бою с другими спутать сложно, с ним можно в бой, в пустыне и в грязи. Он на груди солдата на присяге, с ним на параде с гордостью идут. Он символ русской силы и отваги, окорожден служить всегда добру. Он был обычный парень из народа, душой и сердцем сразу видно наш. Простой мужик, алтайский самородок, герой, создавший родине калаш. Пройдут года, но имя Михаила в душе звенит с нажатием курка. Пока в руках Калашникова сила, российский щит незыблем на века. Но дело Михаила звенит добром на кончике бойка. Пока калаш на страже у России, враг обречен на долгие века. О нем не раз в веках еще напишут, и в честь него оркестр грянет марш. Простой мужик, любимый дядя Миша, герой, создавший родине калаш.